Всем привет, друзья, с вами Болторез, и добро пожаловать в Life is Strange 4 эпизод. Так необычно снова с тобой гулять. Понимаю, но я рада, что мы снова вместе. Было здорово, что ты прислала мне письма. Никто из моих друзей даже этого не делал. А ты еще и на пергаменте писала. Это в твоем стиле. Это вычурно, но мне нравится на нем писать. Чувствую себя английским поэтом. Ты заслуживаешь лучшего. Наверное, писать письма легче, чем навещать меня. Я не с издевкой, ты не подумай. Тебе наверняка хотелось бы избежать всех этих неловких разговоров. Желательно. Слушай, обращаться со мной как с ребенком не стоит. Я все еще хочу смеяться и говорить о всякой хуйне. Может, остановимся? Отсюда открывается самый классный вид на закат. Как фотографы это называют? Золотой час. Ну вот видишь, без тебя бы я так и не узнала. Наверняка ты смогла бы сделать пару снимков. Киты, выбросившиеся на берег. Это так печально. Кажется, я понимаю, каково им. По крайней мере, я жива, и ты рядом. Хлоя, ты настоящий герой. Представляю, как много ты пережила. Я не хочу, чтобы кто-то меня жалел. Это я сама успешно делаю. На пару с родителями. Отец до сих пор винит себя за то, что купил мне эту машину. Ну, блядь, давайте сейчас вернемся в прошлое. Скажем бате, чтобы он машину не покупал. Так, а вдруг она батю опять нахуй винит? Хлоя, ты ведь не винишь Уильяма? За то, что он купил мне гибрид, который я так хотела на свое 16-летие? Нет, я виню того мудака, который меня подрезал и отправил в кювет. Ты все помнишь? Время для меня будто замедлилось. Я почувствовала, как хрустнула спина. И это был последний раз, когда я что-то чувствовала. Когда я проснулась в госпитале, то я поняла, что не могу пошевелиться. Боже. Я даже не знаю, что сказать. Ничего не говори. Я просто счастлива, что снова с тобой увиделась. Кто знает, я могла бы просто-напросто исчезнуть, как та девчонка из Блэквелла. Что за пропавшая девочка? Я не знаю ее имени, только по новостям слышала. Мне так жаль ее семью. Мир был совсем другим, когда мы были детьми, не так ли? После затмения и снегопада создается впечатление, что грядет конец света. Да, все к этому и идет, Хлоя. Хотелось бы, конечно, верить в лучшее, но хуй его знает. Хотелось бы и мне в это верить, но надежды у меня совсем не осталось. Да, сейчас творится какая-то неразбериха, но пока мы вместе, это не страшно. Гуляя с тобой, я снова чувствую себя ребенком. Ты даже не представляешь. Послушай, Хлоя, прости, что раньше тебя не навещала, это неправильно. Ты ведь моя лучшая подруга. Макс, спасибо, что навестила меня. Ты замечательна. Вот уж сомневаюсь. У меня нос замерз, наверное, нам стоит вернуться домой. Да, тут скука, холодно. Сука? Ты сказала сука? Чтобы я, блядь, не слышала таких слов больше. Ну что ж, друзья, видимо, это все взаправду. Видимо, так оно все и будет теперь. Хлоя в инвалидном кресле, охереть. Я даже не мог и представить такого. Oh,
Какая продвинутая берлога. Больше похоже на продвинутую клетку. Но мне повезло, что мои родители рвут зад, чтобы заботиться обо мне. Я знаю, как им тяжко. Они благодарят Бога, то, что ты рядом с ними. Да, особенно когда они даже прогуляться в одиночестве не могут. Иногда я веду себя как неблагодарный подросток, лишь бы дать им повод поорать на меня. Это жалко, я знаю. Хлоя, ты замечательная дочь. Ты добрая и отзывчивая, даже когда этого не требуется. Поверь, я все еще срываюсь и частенько. Особенно бесит, когда медсестра наблюдает за мной, пока я сру, чтобы затем подтереть мне зад. Или же когда врачи вертят мной во все стороны, как подопытные куклы. Даже представить себе не могу. Но ты все так же прекрасна, как и тогда, когда мы были детьми. Спасибо тебе еще раз за то, что пришла, Макс. Мне нужно попить. Можешь принести немного воды? Ну хорошо, Хлоя. Ух, блять, какой у тебя Бэтмобиль. Так, где у нас водичка? В туалете? Нет, в туалет мы можем только посмотреть на дверь. Вот сюда, может быть? Блять, нет. Значит, ага, вот вижу. Все оказывается намного ближе, чем я думал. Пей, Лютик. Блин, неудивительно, что у меня в горле пересохло. Похоже, так много, как сегодня, я не разговаривала целый год. Ты когда-нибудь думал вести радиоэфир или что-то вроде того? О, как мне сейчас хочется треснуть тебя. Радиоэфир? Подруга, да у меня эфир по венам течет. Скукота. Ой, я просто предложила. Я знаю, что ты хочешь помочь. Да, это уже становится моей дурной привычкой. Ты рассуждаешь как взрослый человек. Такое чувство, будто детьми мы были в другой жизни. Кажется, это будто было вчера. Смотрели могучих рейнджеров и все такое. Господи, да мы тогда весь дом в муке испачкали. Даже моих родителей. Это было так весело. Но это было очень давно, ты единственная, кто вырос со мной и продолжает меня навещать. Как видишь, большинство моих друзей отвернулись от меня. А с кем ты общалась больше всего? С Меган Уивер. Ну, ты не знаешь, она была классная. Но только после аварии стала слишком высокомерной. Я знаю, что не поддерживала тебя. Мне нет оправдания, я виновата. Макс, ты заебала уже вот с этой хуйней себя винить, но я пытаюсь загладить свою вину. Как? Чуиха, ты же не Супер Макс. Я не пытаюсь вызвать у тебя чувство вины. Это я практикую на родителях. Как они, кстати, поживают-то? В смысле, они все еще счастливы вместе и все такое? Хочешь под доктора Билла? Думаю, они в порядке, учитывая то, что им приходится возиться со мной. Они смеются, держатся за руки, и, надеюсь, у них все еще есть время на это дело. Думаю, Джойс и Уильям отлично справляются. Макс, эта авария сильно их подкосила. Наша страховка полный отстой, а счета за лечение просто кошмарные. Они смогут заплатить? Блять, ну это ж очевидно, что до хера все стоит. Давайте скажем, не сомневаемся. Эта техника должна быть очень дорогая. Вдобавок еще лекарства, медсестры, разные штуки. Там родители, скорее всего, вообще уже в долгах. А он того стоит? Хлоя, ты бесценна. И я не шучу. Ты такая задротка. За это я тебя и люблю. Конечно, я разбираюсь в задротствах. Видишь, я по сути развлекательная система. Было бы так здорово ослабиться и посмотреть вдвоем кино, как тогда, когда ты приходила ко мне на ночевке. Что бы ты хотела посмотреть? Ну, у меня сейчас сентиментальное настроение, как раз для бегущего по лезвию. Всегда плачу в конце. К тому же я всегда хотела себе такие же цветастые, что волосы с голубыми глазами ты бы видела классно. Итак, давай посмотрим. Не вздумай засыпать. Ты так всегда делаешь, когда мы смотрим фильмы. Я помню, Макс. Обещаю, что не засну. По крайней мере, пока ты здесь. Не сегодня. Да, в принципе, ты можешь спать, только не храпи.
Итак, давайте включим фильмец. Так, подождите, нам сначала нужно диск взять, да? Ага, а вот и диск. Ух, блядь, прекрасно, прям с первого раза нашли. Вставляем все это дело. Макс, ну ты пульт-то возьми, ёбаный в рот. Погромче там сделать, на паузу поставить. Или так и будешь к телевизору бегать? Поверить не могу, что так быстро уснула. Как ты посмела? Я понимаю, что ты устала за вчерашний день. Да и «Бегущий по лезвию» усыпляющий фильм для ночного просмотра. Кстати, как ты думаешь, Декарт все же был реликатом? Прости, вижу, ты еще не до конца проснулась. Нет, прости, что я так быстро вырубилась. Ты в порядке? Когда на мне никто не спит, рядом есть мои родители. Ты такая стерва по утрам. С кем поведешься? Вчера было нереально круто. Было замечательно вновь увидеть тебя. Понимаю, все было иначе, когда мы были всего лишь глупыми детьми. Но рядом с тобой я вновь почувствовала себя тем мелким пиратом, который везде скачет и бегает по лесу. Это очень много значит для меня, тусить с тобой и заниматься всякой херней. Блять, у меня снова болит голова. Ты не могла бы подняться наверх и принести инъектор морфина из ванной? Инъектор морфина? Да, это как будто в Star Trek попала, игла такая тонкая. Серьезно, он мне нужен. Родители хранят морфин наверху, так как я думаю, что мне оттуда не добраться. Но тебе-то это под силу, Макс. Ты ведь пират, верно? Уже бегу, Хлоя. Так, мы подписались только что на какую-то херню, ребят. У меня такое ощущение, что мы сейчас с морфином переборщим. Здравствуйте, папа Хлои. Уильям, здравствуйте. Hey, William. Я вас не отвлекаю? Well, yes, Max, отвлекаешь, Макс. Я же люблю заниматься щитами. Шучу. Да как ты можешь меня отвлекать? Мы не виделись вечность. Я знаю, все такое же, вы все такое же, это здорово. Хорошо, то бы я испугался, если бы выглядел иначе. Ну а ты, разумеется, повзрослела. Так о чем ты хотела поговорить? Знаете, ни о чем, просто. Просто поздороваться хотела. Очень было приятно с вами снова поговорить. Ты видишь себя так, как будто это последний раз. И еще, можешь отвлекать меня от этих счетов, когда тебе угодно. Так, хорошо. Виктория. Заходи сегодня вечером. Все хорошо, Макс? Ты просто так быстро ушла. На этом тоже беспокоиться. Если захочешь поговорить, позвони мне, окей? Люблю тебя. Блять, ребята, это что за реальность? Макс, если ты злишься, скажи, хорошо? Не отвечаешь. Если захочешь поговорить, моя дверь всегда открыта. Люблю тебя. О, господи, к такой Виктории я не был готов. Так, идем наверх. Инъектор с морфином. Где он может быть? В какой из этих комнат? Ну, здесь явно его нет. Максим, нахуй ты сюда пришла? Здесь же его нету. Ой, какое-то письмецо. Ну-ка, давайте взглянем.
Жаль, что от организации Прескотов Джойс и Уильям помощи не дождутся. Блять, пидорас какие. Спасибо, что держишь меня в курсе состояния Хлои. Могу лишь представить, через что вам с Уильямом пришлось пройти. Прости, что пока не могу дать вам в долг. Я, как и все, там в собственных медицинских счетах. Пожалуйста, обними за меня Хлою и передай ей мои наилучшие пожелания. С любовью, тетя Дороти. Ну да, как я и предполагал, конечно, в долги влазит. Так, здесь игрушки, еще какое-то письмо. А это от кого? Я практически ничего не слышала о брате Уильяме. Привет, Билл. Прости, что после аварии не звонил. Столько работы накопилось. До меня еще и отправили в Солт-Лейк-Сити наблюдать за новой парковкой. В такие времена стоит хвататься за любую работу. Хотел бы я послать вам чек на большую сумму, но ты же знаешь о моей ситуации. Деньги ни у кого надолго не задерживаются. Может, навещу вас после... вас следующей весной. Поцелуй за меня Хлою и Джойс. Держись там, Билли. Вот так вот. Никакой, блядь, помощи ни от кого. Ну, блядь, Хлоя-то, смотрите, как вымахала. Плакат, ну и хер с ним. Так, уходим. Идем в следующую комнату. Давайте по порядочку, чтобы не заплутать. Ага, сюда мы не можем зайти. А может быть здесь? Хотя нет, здесь... А нет, есть включатель. Прекрасно. Ищем. Ничего, так, а там какие-то таблеточки. Что это за таблеточки были? Вкусные. Хорошо, что Хлоя использует и природные средства. Ванная все та же. Только теперь в ней больше лекарств. Нашла. Никогда бы не подумала, что буду ходить за морфином для лучшей подруги. Все? Можем возвращаться? Или нам еще отдельно морфин надо? Это же вроде как только шприц. Или здесь все вместе? Ладно, сейчас разберемся. Ну что, Хлоя, давай вмажем тебе. Наконец-то. Вставь синюю таблетку. Прости, я, конечно, могу попробовать, но руки у меня кривые. Давай, просто подсоедини его, это легко и безболезненно. Давай, Максим. Хорошо, но если я все испорчу, сразу зови родителей. Я готова, уж поверь. Разумеется, с каждым днем мне становится все хуже. Но ты пришла ко мне, когда боль отступила. Макс, я так благодарна за то, что могу зависать с тобой. Видишь, я уже словно ватная. Морфин начал действовать. Ты такая милая. Тебе нужно что-нибудь еще? Возможно, я слишком эмоционально. Не могла бы ты достать один из тех фотоальбомов? Я бы хотела глянуть наши старые фотки, на которых мы еще совсем мелкие. Я тебя умоляю. Мой дневник — эпицентр эмоциональности. Да и Макс Колфилд никогда не уступит возможность посмотреть фотки с Хлоей Прайс. Никогда. Ну что ж, давайте посмотрим, какие мы были маленькими девчушками. Так хорошо видно? Идеально. Боже, посмотри, какие мы тут маленькие. Мы как будто игрушечные. Я помню тот день, проведенный у маяка. Мой отец тогда очень разозлился. Он даже собирался поставить нас в угол. А ты смеялась над ним. Мой отец так бы меня наказал, что мало не показалось. Вся жопа бы горела. Перевернуть страничку. Так, что у нас здесь еще есть? Вау, крутая фотка! Мы так клево выглядим в этих пиратских костюмах. Жаль, что мы не покорили Аркадию Бэй, пока у нас была такая возможность. У тебя-то еще есть время. Хлоя, что за подъебы, я не поняла? Будешь так разговаривать, сейчас нахуй выброшу этот фотоальбом.
Но здесь мы готовим блины. Мне нравится этот снимок. Тяжело поверить в то, что его сделал мой отец всего 5 лет назад. Как будто это было вчера. Если бы. Да. Это фото. Возможно, я смогу... Так, ну начинается, блядь. Слушай, Макс, моя дыхательная система с каждым днем слабеет. Я слышала, как доктора говорили об этом, когда думали, что я в отключке. Я понимаю, что просто откладываю неминуемое. Пока мои родители страдают, и я вместе с ними. Я не хочу, чтобы все закончилось именно так. Что? О чем ты? Я имею в виду, что мне было бы очень приятно снова провести с тобой время. Я вспомнила, как мы бегали по городу, будучи детьми, и делали все, что заблагорассудится. И сегодня я как будто вернулась в те времена. Я хочу, чтобы время, проведенное с тобой, было моим последним воспоминанием. Ты понимаешь, о чем я? Да, понимаю. Просто выкрути капельницу до 11. Ну, на самом деле, ребята, это вообще очень разумно. Я полностью Хлою поддерживаю. Хлоя. Я просто усну и буду думать о нас с тобой. Вечно. Она, грубо говоря, овощ. Она никогда не поправится, она никогда не будет ходить, махать руками и так далее. К чему вот эта вот отсрочка, действительно? Так, ну, скорее всего, после вот этой хуйни мы будем вновь баловаться со временем. У меня такое ощущение. Большое спасибо. Я так горжусь тем, что ты следуешь за своей мечтой. Не забывай обо мне. Никогда. Я люблю тебя, Макс. Еще увидимся. Раньше, чем ты думаешь. Только боюсь, если мы сейчас полезем опять прошлое изменять, то еще хуже будет. Так, ну все, валим, блядь, через черный ход, пока нас не спалили. Макс, вставай нахуй. I'm sorry, Уильям. Прости меня, Уильям. Ну что ж, придется все-таки убить Уильяма. Так, опять начинается вот эта фокусировочка, да, помню это дело. Блять, в прошлый раз как-то получилось. Да ебаный в рот, ну что за хуйню придумали? Ну я не знаю, ну хоть какие бы тут, я не знаю, полоски были, правильно я делаю или нет. Что за ебаный в рот, блядь? Нахуй нажимаю на А. Удерживайте пробел, чтобы автосфокусироваться. Блядь, спасибо, игра. Я тебя просто обожаю. Однажды папа купит себе один из этих... А, надеюсь, пушка не напугала тебя, Макс. В коллекцию однозначно. Ну вот это в прошлой серии, мы помним, было такое дело. Сейчас Уильям говорит со своей женой. И он отправится за ней на машине. Попадет в аварию и все вернется на круги своя. А вот и ключики. И даже не вздумайте устраивать дегустацию вин. Папа, не оплошайте сегодня, твоя мать пообещала приготовить нам своего знаменитого лосося.
с шоколадным тортом на десерт. Макс, ты же останешься на ужин. Она никогда не бросит меня. Прощай, Уильям. Макс, ты ведешься так, будто мы никогда не увидимся. Хлоя, прости меня. Я пыталась изменить твою жизнь к лучшему. Я правда пыталась. Прости. Я не совсем понимаю, о чем ты, но все же ты изменила всю мою жизнь. Ты моя лучшая подруга. У меня есть ты и прекрасная семья. За что ты извиняешься? Мы всегда будем лучшими подругами. И когда мы подрастем, то захватим весь мир. Послушай, что бы ни случилось, ты должна быть сильной. И даже если тебе будет казаться, что я тебя бросила, помни. Это не так. Я всегда буду поддерживать тебя, Хлоя. Всегда. Интересно, какова будет реальность сейчас? После очередной прогулки во времени. Вернулось ли все на свои места, как и было? Или есть какие-то изменения? Вот что меня интересует. Хлоя, ты жива, да? Воу, Макс, всего раз поцеловала, а уже запала на меня? Просто я так рада, что ты здесь. Ты будто по кайфам. Ну, спасибо за утренние обнимашки. Мы всю ночь играли в CSI Arcadia Bay. Макс, ты что, забыла уже, что мы откопали? Надеюсь, ты не играла опять со временем, пока я спала. Больше не буду. Просто я тоже в замешательстве. Добро пожаловать в реальность, Макс. Ух, ребята, ну, вернули, наконец. Все на свои места, нужно изучить доску со всеми известными нам пока кусочками мозаики. Хорошо, давайте за главное сразу. Так близко, но так далеко. Нам нужно сделать три вещи. Точно. Какие? Первое. Расшифровать записную книжку Фрэнка. Второе. Достать телефон Нейтана и выяснить, где он был во время вечеринок клуба Циклон с Кейт и Рэйчел. И проверить, что за дерьмо у него в сообщениях. Третье. Метелить мудоводчиму, пока он не выложит нам все сведения о Фрэнке. Тем более у меня есть пушка. Не вытаскивай ее. Придется обойтись без этого. Чувиха, дай я хоть надеру ему зад, а потом перемотай. Ладно, как хочешь. Это же твои способности. И их нельзя растрачивать на всякую фигню. Иначе у Блэквелла будут большие неприятности. Ну, ты хоть разрешила мне забрать те деньги. На том спасибо, не напоминай. Я просто хочу, чтобы он отстал от тебя. От нас. Знаю. Спустись в гараж и посмотри, что ты там можешь нарыть. Я пока пробью пару имен и посмотрю, к чему приведет. Или к кому. И осторожнее с мудоводчимом. Он вряд ли будет в хорошем настроении после того, как мама вышибла его из дома. Договорились, партнер.
Не стоит злоупотреблять моими способностями на таком уровне. Это слишком опасно. То есть мы сейчас пойдем в гараж рыться в вещах отчима, когда он дома. Пиздец, где логика? Здрасте. Так, он с чемоданом стоит. Ты выиграла эту битву, Макс. Моя семья разрушена. Отдаю тебе честь. Дэвид, я не хотела навредить тебе никогда. Но я никому не позволю обижать Хлою. Ну, уже слишком поздно, да? Просто будь с ней осторожней. И не сбейся с пути. Он ушел. Только что-то я не понял. А как это он ушел? И все свои вещи оставил здесь. Похоже, Дэвид починил машину. Может, я найду новые зацепки? Так, Уоррен что-то нам написал. Эй, Макс! Хлоя написала, что мне больше не на что рассчитывать. Она, видимо, секси, так что я все понимаю. Хлоя, серьезно тебе написала? Ну, у меня ее номера точно не было. Хотя бы все пойдем объясняничать. Если хочешь зависнуть с Хлоей. А может, все вместе пойдем? Нет, спасибо, мне и одной занозы в заднице хватает. Класс. Мне нужно идти. Пока. Так, распечаточка. Что за распечатка? Давайте взглянем. Обещаю, что в следующий раз помогу, мисс Грант. Если этот раз будет. Дэвид Мэтсон. В дополнение к нашей недавней беседе о системе наблюдения, мисс Грант поставила меня в известность о том, что ее петиция была лишь первой волной протестов. Одновременно с началом новой эры системы безопасности Блэквелла необходимо найти баланс между этой самой безопасностью и приватностью студентов. С наилучшими пожеланиями, алкаш-ректор Уэллс. Ой, блядь, там еще что-то было. Ох, мисс Грант, поворачивайте ножичек. Что, блядь? Я и без системы наблюдения видела, что вам откажут. С наилучшими пожеланиями, мисс Грант. Ну, хоть один странный фанат у него есть. Аноним. Просто хотел сказать, я считаю, что с вами поступили очень хреново. В этой академии слишком много метросексуалов, которые не уважают ни вас, ни военных. Хм. Кто же это может быть? Я хотел бы посмотреть запись этого разговора. Так, от Дэвида Рэймонду Уэллсу. Хочу извиниться за излишнее эмоциональное поведение вчера в кабинете. Я был огорчен тем, что меня уволили из Блэквелла без какого-либо надлежащего расследования всех фактов, основываясь лишь на обвинениях, не внушающих доверия студентов. Академия Блэквелл больна раком, и без меня эта опухоль будет лишь увеличиваться. Но здесь ничего интересного мы не нашли. Камеры наблюдения в Пен... Что, Дэвид еще и перек... И на Прескоттов работает? Ах, это двуличная тварь! Так, какой-нибудь шкафчик мы можем открыть? Это что за херня? Дэвид Мэтсон лучше, чем кажется. Ему стоит закончить это письмо для Джойс. Ты же знаешь, у меня не очень получается выражать свои мысли или объяснять некоторые поступки. Я лишь знаю, что никто меня не понимает так, как ты. Я бы никогда не причинил вред ни тебе, ни Хлое. Моей целью всегда была лишь забота о своей семье. Ну хорошо, пускай он там закончит, потом прочитаем. Это что такое? Что там, опять письма какие-то? Господи, Дэвид и вещи со свадьбы пакует. Ну он решил, в общем, основательно съехать. Хм, что Дэвид, черт возьми, сделал для Нейтана, а его отец для Дэвида? Благодарю за помощь с Нейтаном, я это очень ценю. Ну, я не знаю, возможно, он отмазал там от какой-нибудь хуйни этого вонючего Прескотта. Так, еще одна коробка, но сейчас опять все нахуй повалится. Как грустно, было просто невероятно снова увидеть Уильяма. Вот бы и Хлоя смогла. Так, это не то. Ребят, ну я здесь вроде все посмотрел. У нас, смотрите, верхние шкафчики не открываются. Наверное, что-то может здесь. Брошюры. Интересно, пойдет ли Дэвид на вечеринку? Ну и нахуй ему нужна эта вечеринка? Хм.
Неплохие такие запасы, конечно, здесь. Шкафчик. Воу, хорошенький замок на этом шкафчике. Ну-ка, Дэвид, что ты прячешь? Использовать. Блять, а какие там цифры-то? В этот раз у меня нет ни времени на поиски кода, нужно придумать, как взломать этот замок. Ну как? Сейчас мы берем болторез. В лучшем случае, конечно, но если нет, обойдемся и монтировкой. Так, сейчас мы используем этот лом и вскроем шкафчик. Ну, а потом по стандарту просто время отмотаем и все. Прости, Дэвид, но готова поспорить, ты бы поступил так же. Честно, без каких-то лишних усилий у нас все это легко так открылось прям. О, карты, заметки, координаты, фотографии Кейт, Нейтана. Да, черт подери, это то, что нам нужно. Парковка Академии Блэквелл, Кейт Марш. Она что-то знает. Ебать, а это что такое? Какие-то координаты, реально. Ага, он следил, он здесь все фотал. И что, и этого достаточно нам? Или еще? Поройся еще. Есть. Теперь обратно к Хлое. Ну, что-то я не знаю, ребят. Какие-то жиденькие доказательства мы нашли. Ну, фотки, какие-то координаты. И хули с того. Удивительно, сколько скандалов видела эта гостиная. Хлоу, ты готова? Мы довольны? Весьма довольны. У нас джекпот. Кейт, Нейтан и Рэйчел. И координаты нескольких мест, ко всему прочему. Дэвид, как человек, разведывательное бюро. А теперь давай убираться отсюда, пока нас не спалили. А теперь пошли выясним, что Нейтан прячет в своей комнате. Придется действовать супер осторожно. Макс, теперь очередь Нейтана Прескотта бояться нас. Чё-то я не понял, а время мы херли не отмотали-то. Шкафчик, главное, взломали и все, и пошли довольны. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, до встречи в следующей серии. Всем пока!